Школа искусств начала работать в далеком 1962 году. Тогда это была простая вечерняя школа общего музыкального образования. С тех пор прошли десятки лет, и сегодня ДШИ номер 13 – один из лучших центров дополнительного образования во всей Бурятии. Детской школе искусств номер 13 исполняется 60 лет. На сцене сегодня радуют нас наши учащиеся. Пришли в гости наши выпускники и, конечно же, почетные гости. Как отметила директор школы искусств, на сцену вышли ребята всех возрастов. Одним из почетных гостей стал депутат Лондонского городского совета. Меня приятно удивило количество участвующих в концерте. И особенно много было детишек очень талантливых. И за 60 лет пройден очень большой путь. И, безусловно, это высокий уровень. С гордостью вспоминает о детской школе искусств и ее выпускница Динара Зарыпова. Девочка обучалась в студии эстрадно-джазового вокала 9 лет. Школа научила меня любить музыку. И по сей день я не вижу смысла без музыки. И, конечно, самое главное, что это мой интерес на всю жизнь. По словам Динары, преподаватели зажигают в воспитанниках интерес к развитию, а после дети сами тянутся к знаниям. Одним из таких наставников считается Тамара Попова, которая выпустила не одно поколение. Все, какие отделения у нас были, они представили свои номера на этом концерте, и театральное отделение, и фортепианное отделение, и бурятский фольклор, и вокальный. Сейчас в школе искусств обучается 225 детей по разным направлениям – театр, музыка, живопись. А творческие достижения преподавателей и учащихся школы вышли на международный и всероссийский уровень. Андрей Слепнев, Татьяна Усольцева, Алексей Ромашов, Бато Гармын. Новости дня.